Давайте для начала вспомним, на чем мы остановились в прошлый раз. В прошлый раз мы с вами изучили, да, и посмотрели творчество и биографию выдающегося художника постимпрессиониста. Приветствую вас, дорогие мои люди! Меня зовут Аксинья, очарована. Добро пожаловать на лекцию, посвященную кубизму. Лекция проводится в рамках образовательной и культурно-просветительской программы галереи «Измайловский парк» «Арт Парк». Позвольте еще раз поприветствовать вас в пространстве нашего сегодняшнего разговора о художественном течении кубизма. И давайте начнем немножко издалека, да, художественных техник, которые приживутся уже в 20 веке. Постимпрессионизм является таким, ну, источником, можно сказать, да, или лучше сказать, праотцом множества художественных течений, которые появлялись, которые затухали, которые естественным образом преображались во что-то еще. И мне кажется, это абсолютно мое мнение, да, что, например, фавизм, о котором упоминалось на предыдущей лекции, вырос из творчества Поля Гогена и отчасти из творчества Поля Сезанна, про которого мы сегодня будем с вами говорить. Оттуда же берут свое начало и кубисты, и отчасти абстрактное искусство, и отчасти конструктивизм. В общем, что я хочу сказать. С течением времени, а уже мы сейчас начнем говорить с вами как раз-таки про первое десятилетие 20 века, да, с течением времени, с убыстрением ритма, все зерна, да, все зерна вопросов и методов, подходов к пространству, к перспективе, к световоздушной среде, да, в области картины, все вот эти революционные подходы Поля Сезанна, Поля Гогена, Ван Гога, я думаю, и Эдуарда Мане тоже, они как бы стали все больше и больше приобретать резонансное значение. То есть, грубо говоря, представление о художественном мире картины, оно как при землетрясении начало расшатываться во все стороны. И кубизм в этом смысле — это как раз такой процесс именно распада формы на отдельные какие-то фрагменты, стереоскопические элементы. Очень интересное направление художественное. Я могу честно признаться, что мне не совсем оно близко, но разговор о нем чрезвычайно важен, хотя бы с той точки зрения, что кубизм потянул за собой огромное количество других разных течений, да, особенно это чувствуется в корпусе авангардистских разных, да, вот этих практик. И мне кажется, что кубизм, он с одной стороны стал такой как бы точкой, да, завершающий распад изображения, распад представления зрительского по поводу того, что должно быть на картине представлено и как это должно быть представлено. То есть это, с одной стороны, прямо такая жирная точка в плане, да, формальном, грубо говоря. Что же касается содержательной стороны, честно сказать, мне кажется, причина как раз того, что кубизм недолго прожил, недолго существовал, как отдельно взятое какое-то течение, да, он потом растворился, он немножко пропал с радаров, он оставался как такая частная практика,
отдельно взятых художников, да, но, наверное, даже вот могу сказать, что самому важному представителю кубизма Полю Пабло Пикассо надоел кубизм. Вы представляете, насколько это скандальная история, хотя он считается прямо таким основоположником этого метода. Но вот тем не менее. И да, с точки зрения формальной это точка. С точки зрения идейной это начало нового цикла, нового витка в философии, в философской базе, да, искусства, которое формировалось не за века, не за столетия и даже не за десятилетия. Она очень быстро обретала свои манифесты, она обретала своих, ну, как бы, да, разные течения обретали своих представителей, своих критиков, философов, ну, не философов, да, наверное, все-таки критиков, каких-то пишущих людей, музыкантов и так далее. И тут же оно кубарем скатывалось, да, с этого олимпа внимания зрительского и покупательского, надо сказать, да, то есть надо понимать, что там были различные периоды, когда, ну, модно было покупать там, скажем, вот Поля Гогена, когда он появился, не сразу все поняли, да, в чем соль его метода, но потом он стал как бы модным. И, конечно, не настолько модным, насколько он стал посмертно известным, всемирно известным, но, тем не менее, его судьба, конечно, более завидная, чем судьба Винсента Ван Гога, например. И, соответственно, да, кубизм в этом смысле очень интересное художественное течение, хотя бы как, да, часть вот этого процесса, который мы с вами рассматриваем в цикле этих лекций встреч. Кубизм формально, да, как бы, если смотреть по датам, просуществовал примерно до 1914 года, когда завершился третий период. Да, у кубизма есть несколько периодов, они очень короткие. В сравнении даже с теми, да, годами жизни, условно говоря, которые были у импрессионизма или постимпрессионизма. Фантастика абсолютная. Так вот, давайте узнаем, в чем же основная особенность кубизма. Их на самом деле несколько, но все они так или иначе связаны в большей степени с формальной стороной. Пластический язык кубизма основывается на деформации и разложении предметов, на геометрические плоскости и пластические сдвиги формы. Отсутствует абсолютно, ну, не абсолютно, но, в общем, понятие цветовая палитра в кубизме как таковая отсутствует, действительно. В одном из периодов, да, такого, скажем, уже чистого кубизма, это у нас период аналитический. Там как раз-таки сознательно идет отказ от всех цветов, за исключением серого, коричневого и черного. Не очень приятное сочетание, надо сказать. Но это было сделано с той точки зрения, что необходимо было как бы зрителя убрать. Убрав цвет, они хотели зрителя сосредоточить на, собственно говоря, форме. Вот. И продолжим разговор. Да, мы говорим про кубизм. Значит, я сказала про палитру. Палитра очень такая невыразительная, мягко сказать. Абсолютно это противоположно тому, что мы видели с вами в рамках фавизма, где существовал только цвет. Это было, ну, просто это был смысл и оставался, да, смысл картины.
цвет, который цепляет именно эмоционально зрителя и, в общем-то, постулирует радость жизни. Поэтому цвета были очень насыщенные, да, в этом контексте. И Пабло Пикассо, о котором я уже упоминала, конечно, отчасти как раз-таки действовал именно на контрапункте. Он увидел картину Матисса и сказал, что цвет слишком отвлекает от содержания. И на самом деле смысл кубизма в том, что он форму сделал содержанием течения. И мне кажется, именно поэтому он был столь быстротечен, потому что до определенного момента это интересно, как какая-то практика. Также нам, например, интересно, скажем, ну, когда мы учимся писать, да, когда мы прописи используем, и до определенного момента нам с вами интересно повторять, да, вот эти буквы, но потом мы уже хотим что-то все-таки с помощью этого инструмента, который нам дали, да, в процессе обучения, мы хотим уже что-то написать от себя, выразить как-то себя. И поэтому, мне кажется, да, кубизм в этом смысле, он и исчерпал сам себя, можно сказать так. Также особенностью кубизма является разложение формы на элементы, составляющие. Предмет изображается не с одной с точки зрения, а сразу с нескольких точек зрения, одновременно. То есть это не ситуация комикса, да, когда полотно, скажем, разделено на какие-то зоны, да, и как бы переданы разные точки зрения на один предмет. Это все на одной плоскости. Кстати, об этом. Абсолютное отсутствие объема в привычном смысле, да, все то, что было, все то, что, чего достигли художники в предыдущие века, оказывается отброшенным далеко. И никакой светотени тоже, это искусство, это мастерство не ценится в кубизме. Нет никакой перспективы также, да, то есть этот пуант полностью вынут, да, из полотен, да, кубистических. Дробление как раз-таки на такие грани. То есть художник, он как бы пишет не то, что он видит, а то, что он знает о предмете. Это, как бы вы понимаете, да, это некое усугубление как раз-таки подхода Поля Гогена и Ван Гога. Я напомню, в чем суть их подходов. Сам Винсент Ван Гог, он старался как бы явить вещь на полотне, да, так, чтобы с помощью вот этого его авторского подхода вещь начала жить в рамках вот картины, да, то есть она начала свой какой-то цикл проживать, будучи статично запечатленной, но вызывать у людей, у зрителя какие-то разные эмоции, и это достигается за счет именно очень насыщенной палитры и определенной манеры пастозной, нанесения красок, очень густой, такой очень выпуклый, да, и поэтому картины Винсента Ван Гога не могут остаться без внимания. Они очень концентрированы, они очень привлекают к себе взгляд. Что же касается Поля Гогена, то он, в общем-то, стоит отчасти на противоположной точке зрения на искусство, на изобразительное искусство и на метод, что самое важное. Как раз-таки Поль Гоген стремится к примитиву, к простоте, к тому, чтобы использовать в своей работе не метод, когда ты видишь предмет, да, вот перед собой, а использовать некую фантазию, то есть немножко добавлять авторское свое видение через представление субъективное, которое
выписывается, да, на полотне самим художником. Это все-таки, да, другой подход, связан он именно с тем, что Поль Гоген пытается передать то, как он видит этот предмет. Ван Гог тоже отчасти пытается это сделать, но он скорее пытается передать, как он чувствует предмет. Он очень сильно поглощен всем тем, что он изображает, да, то есть все. А у Гогена есть стремление к простоте, к упрощению. Опять же, конечно, вот он не очень любит тени, он скорее стремится к такой абстрактной живописи. У него плавные такие линии. Он очень часто рисовал именно по памяти. Он делал какие-то наброски, да, и потом по памяти у себя в мастерской все уже выстраивал. Принципиально, в общем-то, разные подходы, но при этом все равно здесь очень многое упирается в самого художника. И совершенно третий путь, на мой взгляд, предлагает как раз-таки кубизм. С какой точки зрения ты уже рисуешь не то, что ты чувствуешь, не то, что ты домысливаешь, а то, что ты знаешь о предмете. С одной стороны, это делает всю живопись, да, этого периода очень универсальной получается. Да? То есть здесь идет речь уже не про какой-то вот конкретный натюрморт, конкретное настроение. Это все убирается из живописи, как и эмоции, в принципе, да, потому что, опять же, вот даже палитра очень скупая, всего три цвета, и они полностью лишены каких-либо эмоциональных характеристик. Они скорее как разновидность чертежного рисунка, можно сказать. И начать разговор, откуда появился кубизм, нужно с творчества и знакомства, да, с еще одним художником постимпрессионистом. Мы говорим с вами про Поля Сезанна. Поль Сезанн считается, с одной стороны, праотцом кубизма и, соответственно, многих-многих-многих последующих течений. То есть его живопись, она тоже стоит особняком от всех основных каких-то направлений, да, вот, но его принято причислять к постимпрессионисту, к постимпрессионизму. Что же такого особенного в его живописи? Ну, живопись его отличается как раз-таки тем, что Поль Сезанн впервые уделяет такое большое внимание форме. Он говорит, что он пишет цветом пространство. И это действительно так. То есть это все еще, получается, у нас идет такой распад, да? То есть опять он уже, получается, не видит предмета как такового, да? Он видит просто некие грани, некие тени, и он вот эту фрагментарность использует в своем методе. Но получается очень цельно, что удивительно. И, безусловно, здесь стоит, наверное, снова завести речь про характер Поля Сезанна и обстоятельства его жизни, потому что, как мы уже знаем, да, в контексте размышлений про постимпрессионизм, это очень важная деталь. Она вот действительно, да, больше ни в одном течении не имеет такого значения для понимания творчества какого-либо художника и целого, получается, да, художественного направления. Картинам Поля Сезанна свойственна сосредоточенная созерцательность. Он писал очень долго свои картины. Даже натюрморт, который мы будем смотреть, он писал 100 дней.
Сравните это с Ван Гогом, который чуть ли не по картине в день делал. Даже глядя на этот автопортрет на розовом фоне, мы могли бы предположить какие-то черты характера, да, у этого человека, который изображен на этом полотне. И вообще надо сказать, что Поля Сезанна называли «медведь с тонкой душой». То есть внешне он обладал очень внушительными габаритами. Мы видим на этом автопортрете его выражение лица. Оно такое, скажем так, ну, тоже определенно значащее, да? То есть это немного такая угрюмость, сосредоточенность и нелюдимость, можно сказать. И он действительно, кстати, у него было прозвище «Отшельник» из «Экс-Ан-Прованс», ну, что-то такое. В общем, «Отшельником» его называли, потому что он не очень любил взаимодействовать с другими людьми и, в частности, участвовать во всех этих художественных движениях. Это очень интересно, да, что характер определяет судьбу, определяет его, его стиль, в частности. И здесь мы видим, да, вот взгляд такой серьезный, сосредоточенный у Поля Сезанна. Но самое интересное, что я сказала, да, про «Медведь с тонкой душой», на самом деле, как натура, он был очень поэтически, романтически настроенным человеком. В юности он увлекался тем, что писал стихи на латыни, он водил дружбу с разными поэтами и вообще увлекался, в принципе, писательством. И, в общем, это интересный контраст такой, да, то, что внешне он выглядел так внушительно и даже немножечко пугающе, а внутри у него были такие прекрасные, удивительные, тонкие стремления к искусству, к поэзии и так далее, и так далее. И давайте еще посмотрим на его конкретный метод изображения, да, вот что его отличает, получается, от Ван Гога, от Гогена, так это то, что, ну, здесь большая реалистичность, да, очевидно, чем у предыдущих наших с вами друзей по постимпрессионизму. Большая реалистичность, есть объем. Объем даже, я бы сказала, здесь играет какую-то главенствующую роль, потому что живопись Поля Сезанна, в принципе, выглядит очень выпуклой по сравнению, опять же, с другими представителями близлежащих течений, да, вот постимпрессионизма и кубизма. Кубисты, они раскладывали форму, но они не передавали объем. То есть они раскладывали объем, но его не передавали. А Поля Сезанн, он как раз-таки отличается выгодно от всех остальных тем, что его все картины, они одновременно и статичны, одновременно и в движении, потому что движение это происходит за счет объема. Объем как бы движется на зрителя. Это, ну, на самом деле это будет видно дальше в его работах, но даже вот смотрите, вот эти розовые пятна на фоне, они как будто бы летят, то есть есть какое-то ощущение того, что они двигаются вот по диагонали в ту сторону. И это удивительно, потому что, опять же, натура Поля Сезанна, она здесь ощутима. Такая вот, с одной стороны, устойчивая, тяжелая форма, но, с другой стороны, какое-то непреодолимая тяга, какая-то непреодолимая тяга движения. И, в принципе, во всех картинах мы будем это замечать. Вот этот конфликт, вот это вот напряжение между двумя этими статусами объектов и там фон, ну, объекта и фона, разных красок и так далее, и так далее. Вот. Давайте посмотрим следующую его картину, которая намного, намного четче явит нам его метод. Это «Персики и груши». Стоит сказать, что у него достаточно много разных натюрмортов. Он
Он очень долго их делал, то есть сохранил где-то воспоминания, что он работал в мастерской, да, и вот он делал один мазок, и потом уходил гулять на 3 часа, возвращался, делал еще один мазок. Но я не знаю, правда ли это или нет, но тем не менее. Говорят, что он использовал, например, не живые яблоки, груши для своих натюрмортов, а муляжи. Почему? Потому что я уже упоминала, что он очень долго делал свои картины. Очень долго. То есть, грубо говоря, фрукты столько не хранятся. Что же здесь такого революционного мы можем заметить с вами? Тут, на этой картине, проявляется как бы философское убеждение Поля Сезанна как художника, что окружающий мир — это мир форм. То есть нужно, когда ты смотришь на объекты, да, на окружающий мир, видеть первоосновы — конус, цилиндр, шар, да, куб. Вот. И он старался из каждого своего взгляда, как бы, да, на реальность окружающую, вычленить вот эти вот формы, светоформы и так далее. Интересно то, что как он работает с плоскостью вот в пространстве этой картины. У нас есть стол, но стол немножко, он как бы вот так стоит, да, по отношению к зрителю наклонно. То есть есть ощущение, что все эти предметы сейчас просто на нас вывалятся из картины. Этот эффект неправильной перспективы немножко, да, усиливается за счет вот этой линии синей на фоне, которая двигается по диагонали, да, и благодаря ей мы понимаем, что это какая-то стена, да, низ какой-то стены, потому как рядом мы видим ножки, да, какого-то столика, мы понимаем, что перспектива неправильно выдвинута, неправильно сделана, и поэтому все кажется немножко действительно выпячивающим таким. И что интересно, если мы будем внимательнее смотреть на вот эти вот все предметы, которые здесь обозначены, то мы увидим то, что они как бы обозначены в такой очень чистой оболочке, то есть здесь свет непонятно как падает, он очень условно обозначен, есть просто тупо объем, и каждый вот груша и персик, они находятся в какой-то такой как будто бы небольшой оболочки из света, это собственный свет как будто от предмета используется, да, который изнутри идет. Потому что мне очень сложно определить источник света, если честно, здесь. Вроде как это должно быть что-то прямой направленный свет, но при этом из-за особенности того, что Поль Сезанн старался изобразить вещи сразу в нескольких плоскостях, точно невозможно это определить. Наиболее это очевидно, наиболее это транспарантно представлено в кувшине и, наверное, в сахарнице, да, вот в этой посуде. Но ребристый кувшин, заметьте, как он изображен. Он изображен, как будто он немножко развернут в пространстве. То есть он не дает ощущения такого единого предмета. Он дает ощущение единого собранного предмета. Собранного из чего? Из граней, из разного рода плоскостей, да, разного рода поверхностей, потому что есть внутренняя поверхность, есть поверхность снаружи, есть ручка, есть носик, да, и поэтому оно видится и чувствуется не совсем вот как надо, как правильно было бы это изобразить. И дело тут не просто в особенности, например, нанесения краски, то есть дело не в мазке,
Дело не в слое краски, дело именно в форме. В том, что форма здесь, она играет главенствующую роль. То есть это мир как пазл, да, составленный из разных форм. И это поражает абсолютно, потому что это абсолютно новый подход к живописи, когда ты не думаешь о том, что ты... Ну, что ты видишь, да, то есть ты не соотносишь, не можешь это как следует соотнести с тем, что ты видел со своим опытом зрительским. Ведь все мы видели столы и персики, и груши. Но из-за вот этой не совсем, ну, неправильной там перспективы, вот этого разложенного объема, да, мы не можем, у нас как бы не соединяются эти две картинки, и они... дают такой немножко сбой, как будто, да, в нашем сознании. Это похоже на 3D как раз-таки. Если вы когда-нибудь были на сеансе кино в 3D и снимали очки, вот эти вот, которые позволяют нам добиться этого эффекта объемного, то вы видели, что там как бы получается, что все контуры прорисованы три раза, по-моему, да, несколько раз, что позволяет как раз-таки при определенной оптике видеть вещи объемными. И Сезанн делал вот этот натюрморт из разных точек студии. Именно поэтому очень сложно определить единый источник света, потому что свет как бы повсюду. Хотя это абсолютно, ну, нелогично, я не знаю, как-то нетипично, так не может быть. Но, по крайней мере, мы так не привыкли. И давайте еще обратим внимание наше на ткань, которая тоже, посмотрите, она вся как будто соткана не из нитей, да, она соткана из треугольников, из каких-то таких... ну, не квадратов, да, вот это вот, благодаря красной вот этой линии на полотенце обозначенной, мы можем думать про перпендикуляры, собственно говоря, и вот они здесь представлены в таком смятом виде. То есть, в общем-то, реальные, как вам сказать, реальные изображения предметов, начиная с Сезанна, оно... не девальвируется, но оно приобретает статус того, что можно менять. То есть, если предыдущие, да, художники все-таки связывались хоть как-то с реальностью, да, они хотели ее запечатлеть, они хотели ее по-своему передать, то у Сезанна уже начинается уровень такого мифотворчества, когда ты сам из своей головы, в общем-то, создаешь предметы и пытаешься их передать на полотне. Давайте посмотрим на следующую нашу картину. Следующая картина, она находится, кстати, в Москве. Вот. Называется «Пьеро и Орликин». Это достаточно редкое полотно. Оно было сделано на заказ. Поль Сезанн не часто изображал какие-то сценки, да, то есть здесь не портрет, здесь именно небольшая представлена сценка с участием двух персонажей. А что особенного в этой картине? Ну, на самом деле достаточно много интересных здесь вещей, и мы сейчас их все посмотрим. Да, как я уже сказала, это закулисная сценка небольшая, мы видим здесь представителей классической комедии «Дель Арте», «Пьеро и Орликина», которые, кажется, что собираются на сцену, да, то есть они еще не в своих ролях. И мы читаем это, в общем-то, по жестам, мы читаем это по выражению лица. В роли Орликина Поль Сезанн изобразил своего сына, который увлекался театром. И Орликин здесь, если вы присмотритесь к его лицу, у него такое надменное немножко выражение лица, немножко он так снобски смотрит на нас, а это, в принципе, не свойственно характеру Орликина. Орликин — это тот, кто в красном, да?
Арлекин, он весельчак, он такой даже веселый дурачок, я бы сказала. А здесь мы явно видим не такого персонажа, не такой характер. Что же касается Пьеро, который в белом, который стоит позади Арлекина, да, то он — это грустный персонаж. Он всегда печален, он всегда грустный. Но здесь мы видим, что он как бы подталкивает в спину Пьеро, как будто бы Арлекина, как будто бы возвращает должок за все те тумаки, которые он получает от этого же самого Арлекина. Ну, вы понимаете, да, они там за кулисами ведут себя ведь совсем по-другому, не так, как в жизни, и, безусловно, так как это дети, так как это сын Поля Сезана, постоянно происходят какие-то стычки, да, и вот ощущение, что Пьеро здесь возвращает все долги, можно сказать, Арлекину. И они двигаются куда-то оба, да. Хотя, посмотрите, что интересно. В этой картине есть несколько важных осей. Их всего две по количеству персонажей. У нас есть ось вот такая вот, это Арлекин. И немножко наклонная к нему, это Пьеро. И они образуют вот такое вот столкновение двух этих осей, из-за чего в картине и присутствует движение. Хотя, опять же, да, один из персонажей, он идет, шагает, а другой, он стоит. И, то есть, если бы они оба двигались, то это было бы понятнее, почему ощущается какое-то движение. Но тут есть как раз-таки вот эта напряженность между двумя состояниями. Состояниями покоя и состояниями движения. И это подчеркивается очень интересно через колорит. Потому что костюм Арлекина, вот эти вот активные черные ромбики на красном фоне, они очень за счет своего ритма, да, создают такое ощущение какого-то, ну, не дрожания, да, но вот какого-то такого движения. А вот этот белый, в который одет Пьеро, он, наоборот, растворяет и расслабляет это напряжение. Он как бы немножко поглощает все остальные цвета. И по колористике, обратите внимание, картина очень темная. То есть большая часть сделана в тонах таких достаточно, ну, приглушенных, темных. Или вот как немножко агрессивном сочетании, да, красного и черного. Но костюм Пьеро, вот это белое пятно, оно очень гармонично дополняет всю ту мрачность, да, которая вокруг находится персонажей. Это удивительный баланс, и он очень трудно достижим, потому что, в принципе, больше нигде белого цвета не присутствует на картине, только костюм Пьеро. И все это блестяще дополняется также вот этими, ну, изображениями вот этих занавесок, на которых мы видим тоже узор, немножко как бы действительно такой, как будто сделана действительно из ткани. Знаете, когда на ткань, когда узор наносится на ткань, то это такие нитки, плотно прилегающие друг к другу, и они как бы выпирают с этой поверхности ткани. И здесь как раз-таки Сезану удалось это же передать за счет только колористики. Контуры здесь достаточно размытые на самих занавесках, не прорисованы четко, но это не мешает, тем не менее, да, только за счет одного цвета воспринимать объем этих штор. Практически можно почувствовать их вес, то есть, что это не легкие какие-то, знаете, тюлевые шторки, да, что это увесистая ткань. И очень интересно это решение, как фоновое решение, да,
тоже, опять же, здесь тоже две линии. Посмотрите, мы сказали про оси персонажей и их взаимодействие, но, ко всему прочему, есть и линии две от штор, которые тоже находятся в неком балансе-противодействии. Где-то там, за пределами картины, они сходятся между собой, да, так же, как и оси движения этих персонажей, они тоже за пределами картины, где-то пересекаются в этой точке. Но поэтому картина не выглядит как супер напряженная, да, то есть она, наоборот, кажется такой, ну, расслабленной, да, это какая-то небольшая сценка, ничего не значащая, в общем-то, нет никаких здесь ужасных событий или того, что должно нас очень сильно поразить, что-то, что должно нас как-то сильно зацепить. Обратите внимание, что эмоционально картина очень спокойная. Это не Ван Гог, это даже не Гоген с его мечтательностью. Это просто свет, это просто, да, как бы свет, тень, объем. Причем объем как самостоятельный персонаж, не как вспомогательный, а как самостоятельный персонаж. Это все, все это полотно, это про взаимодействие устойчивого и неустойчивого. И про то, как, ну, вы понимаете, что это определенная тема, которую выбирает Сезанн, и она намного больше, чем просто тема, например, тейтянства или тема Арля, или тема ночных кафе. Поль Сезанн, как настоящий философ, как настоящий мыслитель и как, наверное, даже настоящий поэт, выбирает тему намного больше, чем все то, что он может изобразить. И все то, что он изображает, это всего лишь как бы размышление на одну и ту же тему. И действительно, его ребром жесткости является вопрос устойчивого соединения, устойчивого и неустойчивого. Как они взаимодействуют на плоскости картины. Если у Поля Гогена это был вопрос спиритуального характера, да, как материальный мир и нематериальный могут сосуществовать, возможно ли нам это ощущать, или это все-таки остается там в плоскости наших фантазий или вот культурных представлений, как это было с Таити, то есть, ну, как бы Поль Гоген уже начал какую-то авторскую развивать идею в своих картинах, помимо того, что он просто наслаждался, да, красотой. А Поль Сезанн в силу, опять же, своего характера, он в принципе, взял это как магистральную историю, да, своей живописи. И все, что мы будем видеть в его исполнении, оно так или иначе имеет отношение к вопросу объема и к вопросу взаимодействия между устойчивым и неустойчивым. Так, давайте посмотрим на следующую, да, картину. Это как раз-таки пейзаж, и вот именно серия картин с горой Сент-Виктуар, которая находится в его родном городе, стала таким, знаете, ну не толчком, но, в общем, эта серия картин как раз-таки и раскрыла кубизм, или раскрыла глаза кубистам на то, чем они хотят заниматься в рамках своего течения. Гора Сен-Виктуар. Серия очень большая. Я показываю только одну картину, да, чтобы мы имели представление о пейзаже Поля Сезанна. Как раз здесь решается и разрешается все тот же самый вопрос про устойчивое и неустойчивое в плоскости художественного полотна. Гора Сен-Виктуар — это незыблемая такая форма пирамидальная, и Сезанн старался как раз ее и передать.
старался ее передать, сочетая с прозрачностью Прованса. То есть вот этот воздух южный, тонкий, легкий, воздух, который отделяет нас от предмета, да, он как бы так вот струится и от жаркой погоды, да, от влажности, он немножко вот так рябит. И поэтому в серии картин горы Сен-Виктуар с разных точек зрения, помимо вот этого объема материального, четкого, каменного, да, самой горы, очень важно всегда сочетание с окружающим ее пейзажем, с окружающим ее ландшафтом. И здесь мы видим как раз-таки, как гора возвышается на дальнем плане, причем она вроде бы такая монументальная, но за счет именно вот этого воздуха между зрителем, между вот этими соснами, да, которые как является такой линией, с которой мы смотрим на этот пейзаж, она не выглядит настолько внушительной. Она как бы немножко такая, ну да, она прозрачная, в общем-то. Она не подавляющая и не угнетающая. Она как бы в соединении, в гармонии со всем окружающим находится и пребывает. И здесь мы можем видеть также немножко другую манеру, опять же, отличную от того, что мы видели на предыдущих картинах, она менее какая-то четко прописанная, она более акварельная, можно сказать. И здесь, опять же, Поль Сезанн говорит о том, что он знает, да, про свой город, про тот город, где он вырос. Это даже не воспоминания, не чувства, это все скорее именно идет от головы, да, то есть от его понимания, от его представления о этой местности. И он передает ее с помощью широких, стремительных таких вот мазков, и использует гамму своих любимых охристых цветов. Он обожает охристые цвета, вот желто-коричневую вот эту вот историю. Мы ее еще встретим на других полотнах, мы ее уже встречали на других полотнах. Даже вот здесь, обратите внимание, это занавески, да, такой достаточно активный узор. А здесь это сам стол, сами, в общем-то, фрукты и немножко вот этот вот на дальнем плане ножки от какого-то стола, видимо, да? То есть мы уже с вами имеем какое-то представление про живопись Поля Сезанна. И что вам надо еще сказать? В общем-то, Поль Сезанн, давайте вернемся тогда к горе Сен-Виктуар пока что. Поль Сезанн не собирался быть никаким праотцом, никаким предтечей, не собирался возглавлять какое-либо течение. Кубисты взяли его в качестве своего предводителя, его живопись в качестве его предводителя, и сезанновский период, сезанновский кубизм существовал с 1904 по 1909 год. То есть Сезанн просто работал в своей манере, а кубисты взяли его инструменты и стали разрабатывать собственные картины и совершенствовать, апгрейдить как бы, да, вот этот подход, чтобы довести его до статуса художественного направления. И Сезанн, в общем-то, опять же, он не причислял себя ни к постимпрессионистам, которых, в общем-то, не существовало, да, до определенного момента, ни к кубистам, ни к импрессионистам. Он был сам по себе. Он был отшельником, и, в общем, он жил и творил то, как он видел, то, как он знал. И его картины,
волей-неволей, его метод, да, волей-неволей, стал настоящим одним из периодов кубизма, он называется сезанновский кубизм. Давайте перейдем уже к следующему художнику, очень яркому представителю искусства 20 века, потому что Пабло Пикассо — это уже именно 20 век. Мы перевалили с вами рубеж веков. И Пабло Пикассо — удивительный абсолютно художник в плане работоспособности. Он всю свою жизнь очень много работал, причем работал в разных жанрах, да, это не только живопись, он также увлекался и керамикой, он также делал декорации, и он сделал из себя бренд. Это первый бренд-художник. То есть мы с вами потом еще познакомимся с Сальвадором Дали, но на данном этапе раньше Сальвадора Дали был как раз-таки Пабло Пикассо. Удивительно, что оба они испанцы, хотя это ничего не значит. Что же важного нам нужно знать про взгляды, наверное, да, Пабло Пикассо на живопись, да, и что же он, соответственно, благодаря этим взглядам, убеждениям привнес в историю современного искусства? Он считал, что живопись — это намного больше, чем показывать мир таким, какой он есть на самом деле. Он хотел как раз-таки показывать сущее, показывать объемы и вот эти вот формы, да, ну вот простые формы, как у Сезанна, ну не круг, а шар, там, да, вот это вот все. И он в своем подходе отказывался, например, от раздельности вещей. Он все, что есть на полотне, да, это вещество мира. И оно едино, оно неразрывно, и никакие границы и контуры не могут способствовать тому, чтобы было как-то это разделено. И поэтому предмет и фон у него едины. Все, что есть на его полотнах, ну, по крайней мере, раннего кубистического периода, это детали, как он их называл. Детали, атрибуты. Он называл это атрибуты, но, по сути, они являются такими деталями, намеками. Это все символы, знаки предметов. То есть кубизм, вот близлежащий, который мы сейчас с вами будем рассматривать, это такая загадка, ребус. Ну, своего рода кубик Рубика, который сам зритель должен собрать для себя, да, пока он смотрит на картину. И на первых этапах, да, творчества кубистического периода Пабло Пикассо ему было важно понять, как устроен мир, а не то, как он, ну, как бы, а не просто передать его, не просто рассказать его. И да, мы начнем с его некубистического периода. Он к кубизму пришел не сразу. Он пришел как раз-таки, посмотрев на Сезанна, посмотрев на Матисса, и выработал вот этот новый метод, новый подход. А до этого он, значит, у нас испанец, как я уже сказала, и, как и все художники в начале 20 века, в конце 19 века, он поехал в Париж, чтобы попытать счастье, чтобы ну, найти славу, снискать славу, признание. Он, кстати, был очень амбициозный человек, и он ехал в Париж только с одной целью, да, максимально всемирно прославиться. Я также буду делиться его цитатами, потому что, мне кажется, они очень интересные. Потому что он, конечно, да, он осмысливает разные периоды своего творчества. И стоит сказать, что у Пикассо было 11 периодов разных. Он не остановился на кубизме. Мало того, кубизм
он прекратил сознательно абсолютно, потому что он понял, что зритель уже устал от кубизма, что зрителю уже неинтересно. А Пикассо был очень сонастроен к зрительским симпатиям. Возможно, именно поэтому он и является таким известным художником, потому что он всегда ориентировался на мнение публики и толпы и умел ее удивить, умел ей понравиться. И среди вот этих 11 периодов один журналист спросил, а какой вы любите больше всего? Какой вам стиль больше всего ближе? Какой вам стиль ближе? На что Пикассо ответил, какой из пальцев мне больше дорог? Мне нужны все они. Вот, видите, как интересно он мыслил. И Марк Шагал про него, например, говорил, что Пабло Пикассо меняет стиль чаще, чем носки. Конечно, некоторые художники и некоторые, собственно говоря, зрители находили это достаточно непоследовательным, и им это не нравилось, да, но, тем не менее, факты говорят за себя, что это очень-очень был трудоспособный человек, который попробовал разные абсолютно подходы в своей жизни, оказался, да, разработчиком кубизма. Сейчас мы будем говорить про аналитический кубизм. Я зачитаю, например, некоторые его фразы, его цитаты. «Другие увидели то, что было, и спросили, почему я увидел то, что могло быть, и спросил, почему бы и нет». Он как раз и здесь как бы и говорит про кубизм отчасти, потому что все были настроены на то, чтобы передавать то, что они видят, а он как раз в полную силу, в полной мере хотел передавать то, что он знает о мире, и пытаться анализировать форму. Что касается его работоспособности, тут можно привести такие цитаты. «Откладывайте на завтра лишь то, что вы не хотите завершить до самой смерти. Действие — основной ключ к успеху». Вот и все. И он прожил достаточно долгую жизнь по сравнению со своими товарищами по цеху. Поэтому и успел 11 разных стилей попробовать. Здесь все достаточно просто объясняется. Давайте посмотрим самые известные его картины из нескольких периодов. Известный его период, который называется «Голубой период». Наверное, вы знаете, что люди, которые хорошо разбираются в искусстве, они как бы прекрасно ориентируются в голубом и в розовом периоде Пикассо, то, что было до кубизма. Вот, и это как раз у нас голубой период, период, пока он еще не прославился, пока он еще не смог найти свое место в тусовке парижской. Он приезжал несколько раз в Париж, пытался там как-то, в общем, войти в эти круги, но у него ничего не получалось, поэтому приходилось возвращаться в Испанию. Денег не было. И этот период обозначен в его творчестве как голубой период. Почему он возвращался? Потому что его картины, в общем-то, были приняты неплохо, но он со всех сторон слышал упреки в неоригинальности, что, в общем-то, ничем особо сильно они не выделяются на фоне всех других вот этих вот художников новой волны. И это очень сильно его, кстати говоря, злило и огорчало. У него был очень трудный старт в искусстве таким образом. И это все выражено в голубом периоде. Мы смотрим на картину «Любительница абсента», одна из самых известных его картин. Мы продолжаем тему исследования кафе, баров, ресторанов того времени. И это действительно, как я уже говорю, не первый раз. Вот эти все места, заведения, они были чем-то большим, чем просто общепитом. Это были места культурного сосредоточения. И там можно было как раз посмотреть жизнь вот этих буржуа, посмотреть на них, посмотреть, как они живут, послушать, о чем они говорят и так далее, и так далее. Мы видим женщину, которая находится в каком-то питейном заведении,
Она в очень закрытой позе, я бы даже сказала, такая поза немножко гиперболистичная, пластичная, она как бы абсолютно закрыта, задумчива, и перед ней стоит бутылка, как мы понимаем, абсента. Абсент был очень популярен в то время, как я говорила на лекции про Ван Гога. Он злоупотреблял этим напитком, и есть предположение, что вот те цвета, которые он видел, да, это просто его расстройство зрения именно от чрезмерного употребления абсента. И абсент — это бич того времени, потому что напиток очень крепкий, и он очень быстро уничтожает психику, он быстро уничтожает здоровье. Вот. Зелье, по-моему, его называли, отчасти из-за его, собственно говоря, цвета, он такой зеленоватый, а отчасти просто из-за того, что он действительно имеет очень разрушительное воздействие на жизнь человека. И вот мы видим эту женщину и понимаем, что вот она даже по цвету, да, совпадает со своим любимым напитком, с бутылью своего любимого напитка. И вот этот цвет синий, это не глубинный цвет ночи, это цвет какого-то безнадежного состояния. И она задумчиво смотрит вот так вот, загипнотизированная. Она смотрит куда-то в никуда, в общем-то, она не смотрит на зрителя. И это не так уж и часто встречается в картинах. Она просто смотрит в свою какую-то сторону. И ее сгорбленная фигура и вот эти вот объятия, конечно, вызывают ощущения очень, ну, печальные какие-то такие, мрачные и безнадежные. Сочетание цветов, вот этот немножко грязновато-розовый и синий, за счет фона этого как раз синий выглядит еще более холодным и стеклянным таким, да. Таких людей было достаточно много в то время, которые не могли справиться с прогрессирующими всякими изменениями в жизни. Там были как социальные изменения, как социальные, так и экономические изменения. И многие спивались, и она как представительница, эта женщина, она как представительница всех тех, кто не удержался на этой волне перемен. И вот все, что ей осталось, это вот столик в кафешке, бутылка абсента и взгляд куда-то в никуда. Следующий период называется «Розовый период». И это уже история про то, как он приехал в Париж и уже обосновался, уже у него пошло дело. И он влился в тусовку, и он исследовал этот новый город для себя, он исследовал какие-то новые места. В частности, было большое влечение, мода даже, я бы сказала, в те времена на цирке Шапито, на вот ту среду, где жил и творил Анри Тулус-Лотрек, да, это кабаре, это кафешки. Ну, продолжается, в общем-то, все тот же движ в городской среде. И «Девочка на шаре» — это один из шедевров того периода розового у Пабло Пикассо. Она очень известна, это очень известная картина, которая, смотрите, она как раз-таки, собственно говоря, и она очень сезановская на самом деле, если присмотреться. Конечно, объем выписан не с такой реалистичностью, не такой активный, как у Сезана, но, по сути, основным мотивом этой картины является движение и статичность, сочетание стабильного и нестабильного. На первом плане спиной к зрителю сидит
какой-то атлет, да, и он абсолютно созвучен тому кубу, на котором он сидит, да, вы видите, что его вот, раскачанная спина, она такая же выпуклая и такая же мощная и незыблемая, как этот куб, на котором он сидит. И девочка тоненькая, которая балансирует на этом шаре, и она олицетворяет собой такую тонкую воздушную нестабильность. Балансирование, да, собственно говоря, на этом шаре. Унылый очень пейзаж на фоне какой-то просто супер, супер невыразительный, супер блеклый. И только это веселое занятие, балансирование на шаре, ну, то есть, в общем-то, какая-то репетиция цирка, только это делает эту картину не такой скованно унылой, как предыдущая картина из предыдущего периода, голубого. Вот, девочка на шаре. И это, да, эта картина построена также и на цветовом контрасте. Вот этот вот голубой и розоватый. Мы видели его на предыдущей картине тоже, но здесь краски более разбавленные, и поэтому эмоционально мы не так сильно, наверное, в это вовлекаемся. Ну и в конце концов Пабло Пикассо идет к тому, чтобы вообще убирать краски из своих полотен, да, он идет к аналитическому кубизму. Вот. Сейчас мы с вами будем смотреть ту картину, за которой все началось. «Авиньонские девицы», 1907 год. После голубого и розового периода у Пабло Пикассо было страстное увлечение африканской древней культурой, в частности, масками вот, африканскими, и также иберийской. Также он был под большим впечатлением после посещения выставки со скульптурой Иберийского полуострова. Это, в общем, в этой картине видно его вот эти вот последние увлечения, потому что мы видим маски. Маски на двух персонажей, на двух девушках справа. Мы видим маски именно вот такого характера, что-то африканско-древнее, да. «Авиньонские девицы», речь идет про девушек легкого поведения, которые стоят призывно около дверей и зазывают к себе посетителей. И это, конечно, картина была абсолютно скандальная, и с нее начался кубизм. Потому что эта картина знаменует собой конец византийского подхода к изображению человека. То есть, когда человек хотя бы похож на человека. Ну да, потому что здесь уже видно, что это не люди, а формы, пустые формы, да, и тут нету как бы персонажей, характеров, тут ничего нельзя сказать. Вот если предыдущие картины мы с вами смотрели, там можно было что-то хотя бы, да, понять об этих людях, об их состоянии в жизни, о том, что им нравится, может быть, да, какие они, то здесь это просто форма, это просто набор определенных геометрических фигур. И в этой картине есть подтекст очень важный, связанный с тем, что Пикассо тут как бы продолжает немножко исследование Эдуарда Моне, да, и роли женщины в обществе того времени, то, что Эдуард Моне как-то живо интересовался тем, как устроена судьба женщины, да, того периода, что она присутствовать в жизни общественной только буквально в трех ролях, в общем-то. И вот эта вот бордельская история, бордельная история, это, конечно же, одна из распространенных ролей того времени. И здесь женщина, она как товар. То есть это уже не человек и не личность, это просто товар, просто мясо, по сути. И, конечно, это тоже было очень скандально, как идея, да, в 1907 году. Но и по форме
это сразу же вызвало огромную негативную оценку, потому что, ну, это уродливо просто-напросто было, по мнению тех людей, которые, да, увидели эту картину. И Пабло Пикассо в этом смысле, мне кажется, он смог схватить какую-то, даже предвосхитить, да, какое-то будущее большое несчастье, которое случится с Европой. Это Первая мировая война. Во многом она была более жестокой и грязной, чем Вторая мировая, потому что она была первой, и потому что там использовались абсолютно нечеловеческие какие-то, бесчеловечные, да, способы уничтожения друг друга. Возможно, он смог предвосхитить и смог схватить вот это умонастроение одичалости, которое уже подходило, да, подходило, да, как общий такой фон, как на дрожжах, да, как на дрожжах. Оно уже подходило к какой-то своей точке, которая по итогу перерастет в войну мировую, то есть когда будут втянуты абсолютно практически все государства в военные действия. Такого в истории еще не было. И, значит, что мы видим с вами? Здесь 5 персонажей, 5 фигур. На двоих из них мы видим маски как раз африканского древнего периода, что тоже как бы Пикассо возьмет в дальнейший свой, в дальнейшую разработку вот этого метода. И на первом плане мы видим какие-то фрукты, они тоже обозначены чисто схематически, по сути, да, то есть это уже не Сезанн, который пытался с разных точек зрения показать предметы. Это просто условное обозначение, то, как он их, в общем, понимает. То, что он о них знает. Он обозначил Пикассо, да, то, что он о них знает, что вот виноградинки круглые, персики круглые, арбузик — это полумесяц, да, кусочек арбузика. И вот с этого момента начинается кубизм, и кончается, да, вот классическое понимание изображения человека. И мы приходим с вами к аналитическому кубизму. Все то, что я обозначила в начале, как основные черты кубизма, вот эта серая гамма, да, невыразительная, вот эти вот элементы, детали, намеки, вот эти вот, ну, кусочки, да, в общем-то, мозаика такая реальности, что, в общем-то, кстати, было отчасти заложено в пуантилизме, но там все строилось вокруг цвета, то здесь уже все строится вокруг формы. То есть, по сути, это пуантилизм от формы. Мы видим здесь портрет Вильгельма Уде. Это один из маршанов, один из продавцов, арт-дилеров того времени. У Пикассо есть 3 портрета арт-дилеров того времени, вот сделанных в этом стиле. Форма здесь дробная, все разделено на осколки и элементы. Мы даже с трудом можем понять, где же лицо у него, потому что нету разницы между фоном и объектом, да, самим. Размер элементов только говорит о том, на что сделать акцент. Акцент на лице, потому что это наиболее крупные здесь, да, детали. И мы, соответственно, только так и понимаем, что это лицо, потому что в противном случае нам сложно разобрать в этом нагромождении монохромности, что где находится. И есть какая-то иллюзия трехмерного пространства, то есть, ну, условно говоря, что вот объект, то есть сам Вильгельм Уде, да, он находится на фоне чего-то. Но это все очень условно, это иллюзия абсолютная. Здесь самое важное, то, что предлагается зрителю, это собрать свою собственную головоломку, решить эту головоломку и, может быть, даже разгадать суть этого предмета. Потому что Пабло Пикассо выступил как посредник здесь, он просто для нас разложил, да, разложил все формы, как они есть, и это как, ну, в общем, разложить, например, карты, да, и собрать свой пасьянс. Это история подобного рода.
И, конечно, опять же, публика была к такому не готова, это было достаточно скандально, все происходило. И вот этот период аналитического кубизма, то есть он как бы анализирует то, что он видит. Это коллаж из плоскостей и срезов разного рода. Ну, то есть есть какая-то плоскость, там, скажем, костюма, плоскость фона, плоскость человеческого лица. Но это все находится в режиме такого сочетания абсолютно безобъемного. То есть объем без объема. Удивительная история. И аналитический кубизм просуществовал с 1909 года по 1912 год. И надоел. Ну, то есть, это очень легко представить, что он реально надоел, потому что эти картины, они угнетают немножко глаз, и долго в этом во всем пребывать достаточно сложно. И далее следует следующий этап кубизма, он называется синтетический кубизм, когда возвращается хоть какой-то цвет, да, на полотна, и мы видим... Здесь опять тот же самый ребус. Нам снова предлагают собрать предмет. И вот в период синтетического кубизма было очень модно изображать именно какие-то скрипки, какие-нибудь, знаете, подсвечники, палитры, то есть предметы. Потому что это идеально для коллажа. Ты берешь, то есть ты добавляешь к синтетическому кубизму, к аналитическому кубизму ты добавляешь немножко фактуры, и, в принципе, это все то же самое, но выглядит как-то уже интереснее. Мы видим перед с вами скрипку, разложенную на элементы. И причем тут есть именно такие прямо, как, чтобы догадаться, что здесь изображено, нужно всего лишь посмотреть на вот эти вот фигурные скобки, которые мы видим обычно на инструменте, да, скрипка, и вот этот завиток сверху еще, посмотрите, это тоже одна из частей инструмента, да, и есть тут и какие-то струны, есть тут и какие-то вот вырезы, проемы, и, соответственно, это новое такое, ну, как бы преодоление немножко того аналитического кубизма, и с помощью геометрических форм конструируются новые объекты, новая реальность. Опять же, здесь есть разрыв между тем, что мы видим, и вот этим вот. И это была принципиально важная позиция кубистов, что то, что на картине, оно не то, что в реальности. Так и должно быть. И у нас есть несколько способов, как у зрителей взаимодействовать с этим, и если постимпрессионисты предлагали все-таки окунуться в какую-то сферу чувственного, то кубисты — это от ума. Да, это абсолютная история от ума. Нам предлагается увидеть не то, чтобы привычные предметы по-новому, нам предлагается увидеть новые предметы в привычном, наверное, так как-то. Ну, скрипку, да, потому что мы с вами знаем, в принципе, как такую, как инструмент, да, как тип инструмента. А вот такую скрипку мы с вами еще не видели. И картины эти собираются на этапе синтетического кубизма в такие вот коллажи. То есть в какой-то момент Пабло Пикассо даже добавил на один из таких коллажей, там, по-моему, почтовую марку он решил добавить. Потом он добавил кусочек газеты. И это стало просто огромным художественным коллажом. И новая техника закрепилась. Закрепилась в искусстве, закрепилась в... как бы сознание людей, и коллаж стал развиваться там своим путем идти, и мы будем об этом говорить в контексте дадаизма, например. Вот, это очень удивительная история. Мы посмотрим картину, которая очень сильно выбивается из разговора про
кубизм, но я не могу обойти вниманием эту картину, потому что это всемирно известный шедевр. Называется он «Герника» или «Герника». Если честно, я так и не поняла, как правильно ставить ударение. Да, он посвящен такому, что в 1937 году фашистская Германия разбомбила мирный город на севере Испании, Гернику или Гернику, столицу страны басков. Это была акция против режима Франко, и это был абсолютно ужасный пример геноцида. Абсолютно ужасный, бесчеловечный пример геноцида. Погибло очень много людей. И Пабло Пикассо предложили сделать какое-то высказывание художественное на эту тему. И вот это полотно, оно гигантское просто, оно гигантское, и оно передает всю скорбь и боль, которую он испытывал в отношении этого события. Здесь вот кубизм, да, ну, его кубистические вот эти, вот эта манера дробления на части, она выглядит абсолютно ошеломляюще ужасной, потому что кубизм был, как вы понимаете, да, изобретен до мировых войн, и то, что происходило в мировые войны, оно, конечно, ну, оно примерно так и действует на людей. Это месиво абсолютное из человеческих жизней, это месиво из человеческой плоти, это большая жестокость, и здесь, в этом полотне, это как раз и передано. Мы видим фигуры такие разорванные, да, какие-то фигуры в полном отчаянии пребывающие. Фигуры, например, слева там мать с детем на руках возвела глаза, да, к небу и плачет. Какая-то фигура мужская на первом плане внизу, да. Кто-то еще справа, например, да, пытается выбраться из-под завалов, да, из какого-то бомбоубежища. Это ужасная трагедия, и в качестве силы, которая являет вот эту вот являет вот эту бесчеловечность, да, вот эту вот атаку, здесь выступает вот этот бык с перемешанным каким-то лицом и какой-то волк, или не волк, а что-то, что пытается докричаться до этого быка. Но этот бык, он просто проходится по всему тому, что здесь представлено, и топчет все это копытами, он не слышит, он не хочет слышать ни крики, ни просьбы, ни мольбы. Он просто уничтожает, перемешивает это все в единое такое вот безумное абсолютно пространство, в единое полотно. И эта картина, пропитанная такой огромной болью, таким ужасом, который доведется испытать Европе и многим-многим людям, да, уже спустя буквально сколько там, да, собственно говоря, вот уже синтетический кубизм закончился в 1914 году, начался в 1913. И в 1914 уже началась Первая мировая война. И весь этот, все это кубистическое предчувствие, оно станет явью. Оно просто, ну, это будет прямо, это не то, что ты представляешь, да, то есть это перейдет из области умозрительного в область реального. И вот это страшно. И вот это страшно. И здесь мне хочется задуматься и попробовать понять вообще, да, что понять. В какой степени что влияет друг на друга? Мысли влияют на то, что случается, да, впоследствии с миром целым, да? Или же все-таки мир дает какие-то предпосылки, предчувствия некоторым медиумам, художникам, писателям, чтобы выразить, запечатлеть вот это вот, вот эту предстоящую катастрофу, вот эту предстоящую агонию. Это очень интересный вопрос. Ну, а мы с вами переходим от Пабло Пикассо к его другу и сооснователю кубизма Жоржу Браку, представленная в технике синтетического кубизма. Мы снова видим с вами скрипку. И мы видим также разложенную форму на вот опять вот этот завиток, струны,
кусочки, вот эти вот фигурные скобочки на корпусе скрипки, палитра, да, здесь это называется скрипка и палитра, палитра где-то наверху, нотки на бумажке видны, и какая-то есть шторка при этом. Все выполнено в единых тонах, то есть особо ничего сильно не выбивается. Особо ничего сильно не выбивается. Приглушенные, да, фактуры. У нас есть как бы коричневым обозначена фактура какая-то, ну, дерево, деревянное. Сине-зеленым обозначено какой-то фон, да, ну, вот это, на котором четче можно рассмотреть предметы, заглавные, скрипку и палитру. Его работа, да, она, собственно говоря, просто показывает еще один вариант синтетического кубизма, тоже коллажная такая форма. Обратите внимание на скрипку. Здесь намного больше, кстати, по параметрам, да, соответствия с реальным инструментом, в отличие от картины вот этой вот Пикассо, потому что здесь надо просто собрать самому все. А здесь хотя бы, да, какая-то есть последовательность элементов скрипки, которая позволяет увидеть, разглядеть, ну, как-то, да, прикинуть форму настоящего инструмента. И вот такой кубизм у нас. Я хотела еще рассказать историю про Гернику. Есть еще одна история, есть такая байка, никто не знает, это правда или нет, что когда Пикассо остался в оккупированном Париже, то у него в квартире производили обыск и нашли эту открытку, по-моему, да, с этой картиной. И тогда немец-фашист спросил: «Это вы сделали?» На что Пикассо ответил: «Нет, это сделали вы». И эта картина, действительно, это такое высказывание, это авторское высказывание, заявление человека, философа-гуманиста, можно сказать, против этой бесчеловечности, и он выразил всю ту боль, весь тот ужас, который происходил, да, на его глазах, в его собственной истории. То есть он был современником и свидетелем вот этих всех событий. А сейчас мы внезапно перепрыгнем в Россию и познакомимся с удивительным художником. Я бы хотела о нем сказать хотя бы в контексте кубизма, потому что, ну, я не буду делать лекцию отдельно по Павлу Филонову. И я хотела бы познакомить вас, во-первых, с представителем антикубизма, как он себя называл. Но, тем не менее, кубизм и антикубизм, все вокруг кубизма строится, да, и мне показалось, что это будет, ну, неплохо, да, добавить его сюда. Павел Филонов — это наш соотечественник с вами, удивительный художник, удивительно странный художник. Он жил немножко позже, чем появился кубизм в Европе, да, и, по сути, он разработал свой собственный метод. Его метод, он близок одновременно и к кубизму, и к экспрессионизму. То есть это удивительное сочетание, да, как мы уже говорили с вами. Все-таки кубизм — это от ума, а он решил добавить не просто чувство, он решил выкрутить чувство на максимум. И поэтому его картины кажутся настолько психоделичными, настолько как универс, да, как вселенскими какими-то. Он разрабатывал такой принцип, который называется «от частного к общему» и метод органического развития картины. То есть из одной точки как бы начинает развиваться все последующие вот эти части. Это не то, как кубисты, да, в собственном смысле этого слова, раскладывают, как пасьянс, да, всю форму. Это произрастание вот этих вот форм из одной какой-то точки, такая гипнотическая немножко история. Ну и, собственно говоря, мы можем видеть, да, последствия этого гипноза художественного.
Я прочитаю одну цитату, то, что думал философ, то, что думал Филонов. «Упорно и точно рисуй каждый атом, упорно и точно вводи прорабатываемый цвет в каждый атом, чтобы туда он въедался, как тепло в тело или органически был связан с формой, как в природе клетчатка цветка с цветком». Это достаточно сложные мысли, но удивительно то в Филонове, в его творчестве, как сочетается наука, научный какой-то подход с духовным. Это потрясающий абсолютно микс, потому что вот, например, мы с вами видим картину, которая называется «Формула весны», и уже само название, да, оно как бы состоит из научного и из органического, из природного «Весна». По сути, ощущение, что перед нами с вами, перед нами клетки такие, да, знаете, как ну, биологическая живая клетка, где есть цитоплазма, где есть ядро, и Филонов, как художник, вводит шприц с определенным красящим элементом. И поэтому мне очень понятна история про то, как сживается цвет с формой, как сживается цвет с гранями, и как он играет. Это потрясающий художник. Нам очень с вами повезло, что у нас такой соотечественник. И я бесконечно любуюсь и бесконечно поражена его картинами, которые, они тоже светятся изнутри, так же, как объекты на картине у Поля Сезанна, да, но они светятся уже каким-то высшим светом, каким-то духовным, нематериальным светом. Они подсвечены своей органической природой, тем, что все едино, действительно, то есть в этом смысле он не опрокидывает кубизм, он его продолжает. Единство между, ну, типа, есть единое вещество, и мы все из него состоим. Но здесь он это вещество просто показывает во всей его красе. И вот это многоцветие, оно как раз и говорит про разнообразность всего того, что представлено в нашей с вами жизни, как многообразна красота, как многообразны формы, варианты. Это поэтика гена, понимаете, да? И это очень глубоко, и это очень мощная идея. Ведь все мы, все люди, да, мы все как бы сотканы из, ну, как бы генома, да, мы продолжаем какие-то черты своих предков, мы что-то появляется новое от сочетания, да, людей. И это есть любовь, это есть весна, это и есть то, о чем, мне кажется, говорит в своем творчестве Павел Филонов. Мне неимоверно радостно показывать вам эту картину. Итак, друзья, мы с вами столько сейчас говорили про кубизм в контексте живописи, то есть в контексте двухмерной плоскости, что будет странно не поговорить по итогу про объемные какие-то, да, примеры кубизма. Потому что, собственно говоря, он как будто создан для этого, да, то есть течение, которое построено полностью вокруг, выстроено полностью вокруг объема, конечно, неизбежно должно быть привнесено в архитектуру, скульптуру, инсталляции. Но мы с вами рассмотрим только область архитектуры. Кубистский дом Райома Дюшан Вийона и Андре Маре. Начну я свой разговор о кубизме в архитектуре с истории про выставку. Конечно же, вы уже, наверное, привыкли, вы, наверное, уже догадались, что выставки в то время в Париже, потому что пока это остается центром искусства, да, являлись, с одной стороны, таким итогом к предыдущему какому-то, да, периоду в искусстве, а также они имели такое значение, что заявляли
и появлялись новые какие-то художественные направления, возникали новые имена, ну, как бы запоминались новые имена какие-то, да, там же и угасали старые течения, если никто никак не реагировал особо на представленные экспонаты. И да, сейчас речь пойдет про выставку 1912 года. По-моему, это одна из последних выставок вообще в мирное время, потому что дальше, в 1914 году, как вы знаете, начнется Первая мировая война. И вот в 1912 году была последняя проведена выставка искусства в Европе. Она называется «Салон Золотое сечение». И практически полностью она была посвящена кубизму. Но кубизму не только на картинах Пабло Пикассо и Жоржа Брака, да, а кубизму вообще в разных отраслях искусства, в разных вообще областях жизни. И именно там был представлен проект, который называется «Кубистский дом». Это проект, сделанный в содружестве архитектора Райома Дюшана Вийона и дизайнера Андре Море. То есть снаружи он был выполнен, да, Дюшаном Вийоном, а внутри полностью отделан Андре Море. Это проект, в общем-то, какого-то дома будущего, нового дома, нового типа жилища, скажем так. Такие проекты знакомы нам в связи с авангардом, который был в Советской России, да, период авангарда. И, вот у нас перед нами сейчас мы видим фасад этого дома. И какой-то новой характерной чертой можно назвать именно сочетание острых углов и тупых углов. То есть вся отделка, она распадается на отдельную геометрию, на отдельные геометрические части. Это интересно. Видите, здесь есть цилиндр, здесь есть как раз какие-то, ну, не пирамиды, да, а такие объемные, ну да, это пирамида, ромбы, украшения очень строгие, в форме таких треугольных каких-то вставок. И основным декором здесь является, как ни странно, не сами вот эти вот детали, да, элементы. Основным декором здесь служит как раз-таки светотень. То есть это взаимодействие кубистической идеи с окружающей средой. И тем это, наверное, и интересно, и уникально на самом деле. Потому что то, как на картинах живет кубизм, это абсолютная как бы теория, это все очень умозрительно, и поэтому, я думаю, для многих зрителей это было сложно понять, ну, вот эту всю, историю. А здесь как раз-таки кубизм, идея входит в жизнь и утверждается вот в этом проекте. Сбыться этому дому, насколько я знаю, было не суждено, однако идея все равно жила, и уже после войны столицей архитектурного кубизма становится, внимание, не Париж, а Прага. Мы сейчас перемещаемся с вами в Чехию. Перед вами дом, который является одним из самых знаменитых памятников кубизма в архитектуре. Он называется «У черной Божьей Матери», автор Йозеф Гончар. Вообще группа вот этих художников, архитекторов чешских,
существовала в Праге под предводителем Павла Янака. И самым интересным философским трудом его и, соответственно, обоснованием кубизма в архитектуре является трактат, который называется, ну, это не трактат, это скорее статья, который называется «Призма и пирамида». В ней он говорит о том, что природный процесс кристаллизации в природе есть сила, которая заставляет материю изменяться и принимать геометрическую форму. Это динамическое проявление силы, но не разрушительного характера, а созидательного характера. Поэтому в кубизме архитектурном очень широко используется в качестве основного материала стекло. Оно только, кстати, тогда начало приобретать какую-то популярность. И за счет него и того, что можно учудить с помощью стекла, постулируются важнейшие два пункта из важнейших, да, в характерных особенностях этого архитектурного течения — это прозрачность и многогранность. А к остальному же корпусу, что помимо стекла есть, да, в этих проектах, в этих домах, к нему предъявляется всего одно требование. Это огранка формы. То есть все линии должны быть четкими, строгими и максимально понятными, максимально подчеркивающими объем каждого элемента. Мы можем рассмотреть вот эти вот, например, декоративные элементы, похожие на письмецо. И то же самое, точнее, не то же самое, но вот, посмотрите, здесь есть вот он, точно такой же элемент, ну, почти такой же, да, как будто верхняя часть конверта. А здесь у нас вот уже полностью представлено тот же самый декоративный элемент. Но это я что-то на мелкие какие-то части стала обращать внимание. Давайте посмотрим на общий вид этого дома и что можно сказать о нем. Самым интересным, наверное, моментом является как раз стекла. Посмотрите, как они по-разному на разных уровнях, да, существуют. И плюс ко всему, как ни странно, дом не является абсолютно ровным. Он как будто немножко выпирает, да, из себя вперед. Как будто его собственный объем изнутри так распирает. Что-то похожее я могу увидеть, например, в знаменитом, ну, для меня, хотя это не кубистическая традиция будет, а модерн, я могу усмотреть в здании Ярославского вокзала в Москве архитектора Шехтеля. Что их роднит? Модерн, который, да, у нас здесь в России и в Европе будет напрямую связан с органической природой материи, материалов, да, что их роднит с кубизмом, которое, казалось бы, да, в теории в большей степени говорит про неживое. Но, как мы уже знаем, да, из эссе статьи «Призма и пирамида», чешские художники, чешские архитекторы хотели тоже своими проектами подчеркнуть вот эту силу трансформационную, которая заложена в природе, в объектах природы, и придать эту же силу объектам материальной культуры, ну, культуры, да, то есть человеческой, творения человеческой природы.
результат. И поэтому дом как будто немножко распирает изнутри. Это не очень заметно, но, на мой взгляд, именно поэтому здание не выглядит тяжеловесно. Во-первых, за счет того, что достаточно много окон, и они очень необычно оформлены на каждом из этажей. Но это еще не все. Интересно также, что оно не выглядит тяжеловесным за счет достаточно тонких, да, перегородок между этими всеми стеклами, но и за счет того, что оно действительно не грубо перпендикулярное, оно имеет вот этот вот, да, небольшой угол выпирания, и это дает какое-то новое ощущение от этого дома. Что же касается названия у Черной Божьей Матери? И здесь есть такая вот статуя, она помещена вот в эту решетку. Существуют, ну, некоторые факты, которые говорят о том, что статую перенесли со здания предыдущей постройки, и статуя эта датируется 17 веком. И самое интересное, что у этой статуи также есть какая-то мистическая история, как бэкграунд. Это не просто Божья Матерь, это черная Божья Матерь. А почему она черная? И существует идея такая, что в этой статуе сплетается представление как бы христианское о Божьей Матери и древней богини Изиды, богини плодородия, и что эта статуя обозначает собою землю, которая ждет первых лучей солнца, чтобы дать урожай. И вот этот интересный такой декоративный элемент, который несет за собой такую смысловую нагрузку, опять же, напрямую связанную с какой-то органической идеей, с идеей природного соединения. Это удивительно. Удивительно и необычно, как кубизм такой строгий, сухой и полностью какой-то рукотворный, да, соединился в пространстве послевоенного мира с органикой. Мы похожие идеи наблюдаем ведь у Павла Филонова, собственно говоря. И я о нем уже рассказала немножко, да, и он тоже начал действовать, начал создавать свой метод как раз после Первой мировой войны. И там удивительным образом сплелись мотивы органические и вот кубистические, скажем так. Хотя он называл это все, наоборот, противоположным кубизму. Но и тут, вот в этом, да, доме я тоже вижу достаточно много черт модерна в большей степени, чем кубизма. Вот так вот. А давайте посмотрим еще на один современный пример кубизма в архитектуре. Это Роттердам. Это проект, который состоит из того, что 5 вот таких кубиков расположены вокруг главной площади, вот, ну, не главной, а вот этой площади, да, и эти дома, они, как вы видите, абсолютно перемешаны внутри себя, все части странным образом сосуществуют, стекло и бетон и железо. Но это проект намного более старший. Он, по-моему, в 70-х годах был реализован и является таким, наверное, самым прямым наследником того кубизма, о котором мы сегодня с вами разговаривали, потому как, да, это натурально кубики. Даже самая простая, самая понятная и самая
основная форма кубизма представлена здесь, и мало того, здесь как бы все вот эти, да, элементы, они как в кубиках, рубиках, они вот так вот перемешаны, да, то, о чем мы с вами говорили, в самом начале я упомянула, что картины, особенно аналитического кубизма, очень похожи на кубик Рубика, да, который надо собрать вот так вот. И здесь они, собственно говоря, в та же форма, они так и присутствуют, они так и существуют. И, наверное, на этом мы закончим сегодня с вами разговор про кубизм. Спасибо вам большое за внимание. Спасибо большое галерее «Измайловский парк», «Арт парк» за возможность провести эту лекцию для вас. Встретимся на следующем занятии. Всего вам доброго. До свидания.